я карбон, вы у меня были, я подарил их надо. Там были у меня 12 на 5. Да, под SCP-шку, допустим, там 46-ю. Ну классно. А это, блядь, поставишь, он тупо его просто перекручивает. На земле 13 тысяч. Вот этого, у этого винта. Что он в земле есть? Ой, ты черканешь, будешь садиться, ты сам черканешь. Я сам он уже. Понимаешь, одно дело, понимаешь, винт большим шагом, допустим, на том же весеннее, ты хорошо попал, и видишь, у тебя все равно вывалит, надо газом работать. А газом работать этим винтом не надо. Тяжело, конечно. Нет, так и разница в том, что газом работать тебе надо практически весь под ручки. А с этим винтом оно у тебя будет чуть-чуть, ты уже будешь, ну, модель. Разница будет глобальная сейчас в полете, абсолютно. Конечно, все разные. Конечно. Что? Что там, говорит? Оторвало что-то? Нет, отделалось люки в основном. Головки болтов посрывали. Ну да, забыл. Резьба там целая, там сами головки улетели. Хорошо, что болты улетели. У меня было, когда болт вытянулся. Вот это было интересно. Только захотел полетать. У меня и глушитель на одном болте. Висел. Помнишь, когда я хорошо, что ты потерял усы. Казалось бы, вроде, да? Потом я так его сажал уже. Знаешь? Аж руки чуть от этого крутили. Так, и что там нормально? Слышь, Боря, ты пошел, говорил, что Сережа сделали три. У меня был тут здоровый, но когда я падал. Нормально, но маловато, да. Летать можно, но. На взлетной полосу летали. Thank you.
Не, пульт еще там еще. Сверху уложу так далее, да? Ага. Это мизизация аккумулятора. В кульках таскаешься?